Так, друзья, всем здравствуйте. Вот у нас трак сломался, что тут произошло? Вот пошла трещина, распределительный коленвал, вот, который идет с трансмиссии и назад колеса до кардана. Кардана сняли, ну, будем сейчас снимать вот этот вот коленвал. Как там ее называется? Transfer case называется по-английски. Вот, и будем снимать. Придется, наверное, менять. Посмотрим, что там дальше. Сейчас разбираем все. Будем видеть. Ну все, бай-бай.